Такие ужасные кадры. Крымский мост взорвался. Ужас. Если дальше так будет, то вообще ужас. Ну, я считаю, это вообще ужас, что напали на Украину. Это типа двое. Двое идут по парку, навстречу идет третий. С деньгами выпивши. Они говорят, давай забьем этого. Двое говорят. А если он нам даст? А нам-то за что? Они говорят. Вот примерно так напали на Украину эти гады. А нам-то за что? Весь мир заступился. Завязли вот такую пучину. Свыше 100 человек. 100 тысяч человек уже с русской стороны. А там вообще миллион погибло. И будет много крови. Будет много крови. Ну, вот тогда менять. Еще в 2000 году это все. Олигархов за шиворот деньги отбирать у них. Чтоб вот такого не было больше никогда. Ишь ты. Народные деньги куда деют, негодяи. Такие страшные кадры. Это огромная ошибка нападения на Украину. Нам там нечего делать. Надо бы свое сберечь тут русским. Да, немедленно надо завязывать. Пусть ждут, как хотят. Они нас, русских-то, не очень-то и любят. Как и китайцы нас ненавидят. Пророк сам бой. Я переживаю за свой народ. Переживаю за людей, я пророк сам бой. За русских особенно. Привет всем, друзья.